или... Зачем к нам вышли? Вышли зачем к нам, если вы ничего не решаете? Потому что вы обращение оставляете. Мы работаем с обращениями. Мы обещаем ваше обращение. Ну, ваш помощник, вот Хабирова, мог сказать в пределах месяца, это с главой недели. Уже обсуждается, понимаете? Когда нам узнать? Ну, как не сообщать сразу. Смотрите. Я думаю, в течение недели это будет известно по-любому. Недели будет известно? Недели. Конечно. Смотрите, тогда... у вас график по сроку ответа на обращение в месяц. Мы бы не хотели ждать. Я понимаю, нет, здесь если это... Если до понедельника вы не сообщаете, мы во вторник приходим сюда все. Да? Скажите, что мы опять так под окнами будем ходить. Мы будем ходить, пока вы нас не примете. Пока вы нас не примете. На следующей неделе плюсовая температура. Да. Знаете, сколько здесь людей будет? Мы соберем как можно больше. Да. Давайте по деловому. Я понимаю вас. Я понимаю вас, да. Ничего не делайте. Что? Понимаете, ничего не хватит делаете. Людей грабить. Да. Да, сколько можно? Вы-то сами-то хорошие зарплаты получаете. Можете там и 10 тысяч платить за отопление. Хотя у вас наверняка есть какие-то льготы. Они же плакали, когда пандемия была. Да ладно, вот нам не надо зарплата сколько? Есть дома, где платят за содержание жилья 8-9 рублей с одного квадратного метра. С нас берут 20 и больше. Знаю, вы же все приносите. А зарплата какая? Ну, наверное, не меньше 70 тысяч.